Мы находимся в Кваманго кемпе, в удивительном красивом месте, которое вдохновляет своей атмосферой, своей природой. Место, наполненное пением птиц и звуками цикад. И здесь для меня, как для музыканта, занимающегося индийской музыкой, игрой на ситаре, это место особенно помогает прочувствовать музыку, прочувствовать вибрации, которые я с помощью инструмента, с помощью ситара выдаю в этот мир. Находясь здесь, в этом кемпе, я заметил разницу между творчеством, которое я делал в городе, и творчество, которое льется здесь. Тут такое ощущение, что сама природа, сама вот эта атмосфера способствует более чистому восприятию музыки. Мне очень нравится то, что здесь исключен алкоголь, табак, какая-то вредная пища, здесь нет мяса. И мне, как человеку, не употребляющему ни одно, ни другое, ни третье, это очень нравится. Если вы разделяете идеи здорового образа жизни, если вы занимаетесь творчеством и хотите усилить свое творчество, если вы хотите найти новых друзей, если хотите отдохнуть в прекрасном, чистом, волшебном месте, с здоровой пищей, с прекрасной атмосферой, в трех шагах от моря, то, пожалуйста, Кваманго кемп – прекрасное, идеальное место для того, чтобы приехать и отдохнуть здесь.